Сигнал об аварии на Семинарской поступил от жителей на пульт диспетчера утром в 7 часов. Сотрудники водоканала выехали на место незамедлительно, определили точку прорыва, начали ликвидировать аварию. По словам главного инженера предприятия, из-за низких температур здесь образовался перелом на трубе водопровода диаметром 150 мм. Для производства аварийно-восстановительных работ была задействована баровая установка, которая необходима для распиловки асфальтового покрытия и того промерзшего щебеночного покрытия, который на сегодняшний момент сформировался при таких климатических условиях. Кроме того, есть установка гидропневмомолота, который еще дополнительно разбивает напиленные бары асфальтовые покрытия. По поручению главы администрации Елены Сорокиной устранение последствий аварии находится на личном контроле заместителя главы Владимира Бурмистрова. Он выехал на место для оценки ситуации и принятия оперативных решений. Сейчас проводят раскопку, сейчас установят трубу. Дальше будет понятно срок устранения. Предварительно это до 4 часов дня планируем. Работаем с жителями, чтобы организовать подвоз воды. Сейчас пару машин поставим здесь на улице. И гражданам, у которых нет возможности самим выходить на улицу, пенсионерам, пусть звонят в службу 112. Наши спасатели принесут воду домой, питьевую воду. Для жителей организован подвоз воды у городской клинической больницы номер 8. Еще одна машина обеспечит горожан водой по адресу улица Павлова, дом 46. Дирекция благоустройства проводит работу по посыпке песко-соляной смесью залитого водой участка. Движение по улице Каширина, которое перекрывали для проведения ремонтных работ, уже восстановлено. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».